в облако. Yes. Ну, так как у нас было уже несколько лекций от Алены, посвященных мультфильмам, соответственно, сегодня рассмотрим монеты, посвященные мультфильмам. Естественно, будет юбилейными монетами. Все это будет достаточно недавние монеты, так как такие темы, как искусство на монетах, стали появляться достаточно недавно. Начнем с российских монет. В России начала в 2017 году выходить серия монет, посвященная российским мультфильмам. При этом, несмотря на большое количество классических мультфильмов, они выбираются вперемешку и старые мультфильмы, и современные. Одной из первых монет была монета с мультфильмом «Три богатыря» современным и с классическим Винни-Пухом. Возможно, как-то немножко студии-производители мультфильмов могут как-то влиять через официальную линию на то, чтобы современные мультфильмы также попадали на монеты для их большей рекламы. Соответственно, в 2018 году была чеканена монета «Ну, погоди». Все монеты номиналом 25 рублей и фактически, теоретически могут встречаться в обращении, но практически туда не попадают, так как полностью распределяются по выходе из банков между оптовыми продавцами. Вот в 2019 году были чеканены монеты по классическим мультфильмам «Бременские музыканты» и «Дед Мороз и лето». Все достаточно узнаваемые герои. И последняя была в 2020 году с достаточно новым мультфильмом «Барбоскины». Я даже не смотрел этот мультфильм, но, как видите, вероятно, лобби все-таки присутствует в этом деле. Ну и классический для монет 25 рублей герб России на обороте. Дальше переходим к монетам других стран. Здесь также будет оговорка, что в прошлые разы уже показывал, что могут выпускаться монеты по заказу странами, никак не связанными с тематикой монет. И здесь я, наоборот, рассматривал, какие мультфильмы и героев мультфильмов вынесли именно относящиеся к ним страны на свои монеты. В Великобритании это первым героем будет медвежонок Паддингтон. Достаточно недавно выходил фильм с ним, но изначально он был героем в том числе мультфильмов в 70-е годы и в английском фольклоре закрепился как герой мультфильмов больше. Соответственно, с ним целая серия монет, где он с важными для англичан культурными объектами и с вокзалом Паддингтон, в честь которого он и назван. Достаточно хорошая детализация, достаточно интересно. Много деталей прорисовано. Дальше уже как-то нам попадалось, была выпущена монета с мультфильма «Моллис и Громит» к 30-летию мультфильма. Мультфильм такой в пластилиновом исполнении достаточно. И последняя монета Великобритании в этом году была выпущена с Винни-Пухом уже и диснеевским, и даже с сохранением товарной марки Дисней упомянут на монете. Переходя к Франции, и во Франции, судя по всему, Астерикс и Обеликс являются одним из таких национально признанных символических мультфильмов и как символом Франции, поэтому монет с Астериксом и Обеликсом французы отчеканили очень много. Здесь 2 евро, которые, по сути, может вам попасться, когда вы будете в Европе, потому что это обычная юбилейная монета для обращения, может попадаться в обороте.
и уже более ценные золотые 10 евро, также с Астериксом и с улетающим в небо римским солдатом на правом изображении. И целая серия также монет в 10 евро из серебра с узнаваемыми героями, с узнаваемой стилистикой рисовки мультфильмов в различных ситуациях. Всего около 10 таких монет было выпущено. Вот. И в продолжение серии с мультфильмами уже после Астерикса французов не нашлось героев, кроме Микки Мауса, но он привязан здесь ко Франции, и целая серия монет, где он общается с Эйфелевой башней, с другими символами Франции, с космодромом. С прибрежным замком, который тоже встречался на монетах Франции, но не помню точное название, с интересным дизайном. Что, как вы видите, даже крупные страны не стесняются заимствовать героев чужих культур для своих монет. Вот. А это как раз уже примечательная история. Монета, которая заглавлена страной Ниуэ, но на ней изображен герой польского мультфильма. И, что характерно, сама монета чеканилась тоже в Польше, на польском монетном дворе, но из-за сложностей получения разрешения на чеканку монет в польском банке, она выпущена как монета Ниуэ с Елизаветой II, которая, естественно, не имеет никакого отношения к польским мультфильмам. Такая же монета с героем польского мультфильма «Рекс», которого вот я уже скорее видел когда-то в детстве на экране. Вот. И как это выглядит прекрасно. Вот как раз сертификат на русском языке из польского банка, что монета острова Ниуэ в Тихом океане отчеканена монетным двором Польши. И с подписью председателя правления. Вот. Тут в целом набралось не так много монет, которые с героями мультфильмов и связаны действительно со стороной чеканки. В некоторых странах получилось, что герои мультфильмов, возможно, совпадали с героями сказок, и монеты в более общих сериях чеканились. То есть в Германии достаточно большая серия вышла с героями сказок «Братьев Гримм», но, соответственно, не с мультипликационными именно их воплощениями, а с общими образами. Но некоторые страны находят более важные для себя темы чеканки монет. Например, в Италии чеканили 5 евро спицей. Ну, соответственно, с итальянскими мультфильмами монет пока что не было, но тут для кого что более приоритетно. Вот. На этом у меня все. Монеты прям цветные, да. Могут покрываться эмалью, могут покрываться краской. Уже видели и с драгоценными камнями на предыдущих презентациях. Так что различные варианты. Ну и, возможно, соответственно, не с драгоценными, а с любыми полудрагоценными, со стразами и так далее. У тебя есть какие-нибудь монеты из этих? Ну, вот с бременскими музыкантами, да. Классненькие. Прикольно. Вот, теоретически они все должны ходить в обращении, но как-то вот
все коммерциализировалось настолько, что все схвачено, и из банков они попадают не в оборот, а в лапы оптовых дельцов. А то есть их, в принципе, приходят и сразу выкупают всю партию? Ну да, даже, я думаю, забирают по номиналу через связи, а потом продают дороже. Обалдеть. Есть у нас еще вопросы к Максиму? Все стесняются. В общем, если что, можно спрашивать, да? Да, это как раз к новоприбывшим, что можно задавать любые вопросы после презентации. Стараемся ответить.